И снова здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Продолжаем проходить Far Cry 2. В прошлой серии мы начали потихоньку исследовать новую область, область новой карты, так как в позапрошлой переместились именно сюда. По заданию у нас надо встретиться с капитаном Барджи на острове Шакала, на озере Сигола. Это у нас где-то в центральном квадрате, видимо. Поэтому давайте отправляться туда. Сразу в тех квадратах, в которых мы побывали, мы... в общем-то, расчищаем себе дорогу путем завоевания блокпостов и... и убежищ. Так, сейчас я немножко сделаю звук потише, а то он орёт мне прям не в ухо, ну... разве ж можно прям в ухо-то орать? Так, и вот очередной у нас центральный кусок карты. Слева у нас убежище. А прямо это что такое? Да, кстати, патрошков не так, чтобы много. Прямо тоже что-то есть, смотри, даже есть охрана. В количестве пока что вижу одного чебурбека. А, вот двое. Блин, вот... вот косой. Смотри, смотри, погнал куда-то. Так, а перезаряжать-то нечем. Масаты Слао. И куда ты убег? О, чуть не свалился. Может быть, здесь у них патрончики найдутся на снайперскую винтовку? Вообще-то похоже, что здесь есть алмаз или... что это за безымянный блокпост? Не нравится мне эта мода, что пошли всякие неотмеченные блокпосты. Ну или что бы это ни было. Блин, похоже, патронов у них нету. Это есть печальность. Куда ты сюда поскакал, третий? Ну, наверное, в кусты убежал. Срать. А хижина наше будущее, вот она. Предлагаю метнуться туда. Здесь даже значок есть, да, что здесь хижина. Так, ну и где пацанята? Вероятно, они заслышали звуки выстрелов и попрятались. Вот такой стелс мне нравится. Так, в убежище-то мы можем сохранить игру, но, блин, это новое убежище на новом клочке карты. Я бы хотел, конечно, пополнить боезапас, но, видно, не судьба. Аптека есть, а вот патронов нету. Там, кстати, я где-то видел не так уж далеко... оружейника. Ну, как бы, не совсем не так уж, да? Это нам через Мосата Селао надо. Через один блокпост прорваться. И только потом мы найдем оружейника.
Ну ладно, давайте попробуем добраться до следующего блокпоста. Надеюсь, он будет у нас с боеприпасами. Так, это нам в ту сторону, вдоль реки. О, дорога внезапно кончилась. Так, выгоднее, наверное, по той стороне идти. А, да тут не глубоко. Что заметил, когда наш главный герой бежит, потом подкатывается, он снова бежит, то он не выдыхается. Вот это классная вещь. Прям читерство на пустом месте. Так, это, видимо, наш лагерь, да. Вижу двоих. Блин, он там за пеньком сел. Не достанешь, смотри. А если вот так? А, тут тоже патронов нету. Писец. Подготовка уровень лох. Так, попробуем сменить позицию. Смотри, сука, за деревом спрятался. Последний патрон для тебя, пацан. Красиво. Все, рашим. Да ёп! Так, опять меняем позицию. Или я их уже положил? Не, не положил. Я сохранился до того, как. Вон стоит, смотри. А, это я еще никого не убил. Так, минус 3 и 3 патрона to go. Так, последний патрон, и вроде бы, по-моему, никого не должно уже остаться здесь. Так, пипец, здесь, оказывается, этот. Не особо-то и глубоко, чтобы нырять вниз головой. Глубина начинается только где-то здесь. Так, ну что, давайте заменим тогда, если у нас здесь патронов нету. На пулемет. С ним-то все одно понадежнее будет. О, кстати, патроны есть. Хотя бы 5. Так, где-то здесь я пацана грохнул. Сука, недопиток чертов. Где ты, падла?
Зови ракету! Хитрожопый сукин сын. Так, а здесь у нас взрывчатые вещества, поэтому пулемет обратно меняем на арбалет. Только его бы сейчас найти. Вот он. И захватываем блокпост. 38 из 57 охранных пунктов. Разведано. Так, ну ладно, живем 6 под... 6 патронов это уже что-то. Уже нормуль. Но нам все же надо до оружейника добраться. Ну теперь можно полегче. Сейчас через Мусат Салау проедем. К оружейнику. И потом кругом бегом захватим все остальные точки. Кстати, что-то привык не обращать внимания на детектор, потому что на прошлой карте уже собрал все алмазы и как бы перестал на него внимание обращать. А здесь надо бы посматривать. О, кстати сказать. О, прям видно. Невооруженным глазом прям. Прям чувствую невооруженным носом. Блять, вы кто такие? Какого хера вы здесь лазите? Crossing Rail Road. Перекресток железных дорог? Это ты зря придумал. Бля, теперь их в этом не найдешь, в этой траве. Заменим на калашников. Сейчас все равно нам придется рашнуть блокпост. Ну да, здесь какая-то типа торговая точка, да? Придется рашнуть очередной блокпост, чтобы добраться до оружейника. А там у оружейника мы и добудем обратно себе снайперскую винтовку. Ну и пополним боезапас, соответственно. А заодно посмотрим, может быть, у него в магазине открылось что-то новенькое. Да и может быть сам оружейник. Будет там. Так, ладно, здесь ни хрена нету. Едем дальше. И, кстати сказать, по-моему, для этой миссии нужно будет неплохо вооружиться, чтобы защищать эту баржу. Не помню точно, но мы, наверное, в этой серии до этой миссии не доберемся. В этой серии у нас будет такое ознакомительное. И освободительное. Так, где-то здесь есть алмаз. Где-то тут за стеной. А нам туда, интересно, можно? В принципе, можно, слушай.
Пробовал общаться с доком? Нет, главное. Не могу смотреть на него. Кажется, что он говорит не с тобой. Однажды он пытался извлечь гранату из желудка одного бедняги. Ну и парень соскочил со стола и побежал. Граната рванула, и просто словила слово. 125-й кейс. Вид просто обалденный. Я не делаю специально отдельные серии по сбору алмазов, потому что, ну, на всякий случай, алмазы, вернее, деньги от алмазов могут же пригодиться в ближайшее время. Это раз. А во-вторых, повторюсь, что занимает достаточно много времени вот эти серии по поиску алмазов. Поэтому найду оставшиеся алмазы за кадром, ну, как-нибудь потом. Так, а вот и очередной блокпост. Снайперки у нас нету, напоминаю. Поэтому придется подбираться как можно ближе. И рашить, рашить, и еще раз рашить. Почти вплотную. Так, с бугорка бы на них зайти. Твою мать, паленый калашников. Фига, он сзади подошел. Вот этот спас дает, да, тоже жару. Но, блин, неудобно. Ах, где моя снайперка? Черт побери. Так, ладно, снайперку мы встретим немножко попозже. Прямо вот. Совсем немного попозже. Но неплохо, да, разнесли все равно этот охранный пункт. Осталось всего ничего на этом куске карты. Три точки. Правда, две оставшиеся расположены достаточно далеко. Ну да ладно. Так, здесь это и есть алмаз. Вон он. Номер 126. Уже такой 126. Что там пишут? А, ну да, у оружейника журналы про оружие. Так, где тут у тебя вход-то?
Так, вот сам оружейник. Но его все еще нету, смотри. Так, посмотрим. Дробовик, штурмовое. R16 закрыто. AS-50 закрыто пока что. Desert Eagle закрыт. УЗИ тоже закрыт. Ну, остальное как бы такое, да. Оно мне и нахер не надо, ваш интернет. Так, пистолет, снайперская винтовка, патрошки, гранаты вроде вполне себе. Обновим арбалет и вперед. Вот это другое дело. Так, ну и погнали. Там у нас на севере есть... Так, подожди, а там какой-то типа пирс, да? Интересно. Где-то прям вон там, на задворках. Да, пирс. Так, хижина у нас где-то, ну, прям по курсу. Только это надо вот обойти будет, по-моему, отсюда. Так, мы уже близко. Почему-то коктейли Молотова у нашего героя 3, а гранат 4. Ну, может быть, что действительно? Что-то не так. Ну ладно, сами приехали. Так, а мне не сказали, что я освободил там, допустим. Ах ты, притворюшка-хрюшка. Вот, теперь освободили. Угу. Ну, нормусь. Так, машинка у них тут была. Хотя машинка нам не понадобится, потому что у нас вот эти два следующие, блокпост и убежище, где-то рядом с водой находятся. И я думаю, мы доберемся туда как раз-таки на той лодочке. Вот с того пирса. На лодочке-то все одно быстрее, да, ну и приятней. Ну, в принципе, все время прямо. Держимся правого берега. Никуда не сворачиваем, если нас, конечно, не свернут. Не свинтят, я бы даже сказал.
Здоров, пацаны. Здесь где-то алмаз, но я не буду на него отвлекаться сейчас. Мне кажется, что он там где-то высоко на горе. Тем более пацаны могут за нами последовать. Оно нам надо. А, кстати, нам надо где-нибудь здесь уже спешиться. Чё-то не пойму, где он. Где-то там. Ну ладно, смотри. Как туда добраться только? Походу только для топлан. Он тут есть. Так, ладно. Угу, прям по курсу вон они ходят, смотри. Бесстыдники. Чё-то он тут только один. Этого попал, нет? Надо их кончать, наверное, из пистолета, от этих недобитков. Потому что патронов жалко. Да, этого тоже подстрелил. Так, ну и что тут у вас? Аптечный пункт. Ну да, 40 из 57 охранных пунктов. Завоевали. Осталось всего ничего, 17 пунктов, смотри. Какие же все-таки мы молодцы, а? Такое чувство, что туда можно залезть. На крышу. Но нет. Чувство оказалось обманчивым. Ну ладно. Тут у нас еще, прямо за бугром, хижина. Так, обойти мы здесь сможем? Вроде как возможно, да? Блин, прикольная музыка. Как раз подходит к стелсу. Блин, долго там еще по кустам не шарится? Все-таки долго. Так, вот он, да, домик? Ну да. Ну да, неплохо.
Да, кстати, смотрите, вот и дельтаплан. Так, сейчас убежище забежим. Ничего особенного нету. Так, дельтаплан есть. А где был этот алмаз? Я уже не помню ни хрена. А, по-моему, вот напротив этого охранного пункта. То есть, по идее, это мне надо спрыгнуть, обогнуть вот эту скалу и туда, на противоположную, что ли. Ну, давайте попробуем. Тихо. Да, вон, по-моему, там это находится. Какого хуй? Ёб твою мать! Пипец меня закрутило! Какого хера они здесь заспаунились? Блин, я ж только что этот пост расхерачил. Какого хера они заспаунились там? И получается, каждый раз, когда я буду пролетать, каждый раз они меня будут убивать? Давайте попробуем как-нибудь правее от их лагеря, что ли. Такие прям, берегись, да? Не-не, смотри, пофигу. Так, мне осталось долететь всего ничего. Где у нас? Вон там алмаз, да? Давайте еще раз попробуем, но теперь будем держаться правее. И когда нам вот дерево попадется на пути, его тоже надо будет облететь правее. Чтоб вообще пацанов не тревожить. Скажем, вот так по курсу возьмем. Так, крылом бы не задеть. Блять, задел крылом. И сдох. Так, попытка номер 5, по-моему. Главное, и левее не возьмешь, там пацаны как бы против вот этого вот. И правее тоже не особо. Дельтаплан цепляется крылом о скалу. Так, здесь левее. Здесь правее. И приземляемся. Ах, идеально. Я хоть туда приземлился-то? Где он? А, вот он. Да, короче, сюда забраться можно, пацаны, только посредством дельтаплана. Да никаких подъемов сюда нету, ни спусков нету. Да уйди ты, говно. Ненавижу. Говно ненавижу. Так, ну чё, суки. Да блин. Не могу попасть в этого нигера. Что этот нигер себе позволяет?
как-то зашкварно, да, один и тот же, этот, как его, охранный пункт по два раза рашить. Но разработчики не оставляют нам другого варианта. А что, хорошо, что на дельтаплане получилось пролететь. Да что этот нигер себе позволяет? Блять, все патроны истратил на этих уродов. Сдохни, предатель, я знал, это ты. Ой, ему, смотри, ему стало стыдно. Это козел нас предал, короче. Ну ладно, козлика зря убил. Согласен. Но он реально был предателем. Так, это медицинский охранный пункт. Немножко патронов все же у них тут есть. Хорошо. Так, ну что ж, давайте на этом тогда очередную серию закончим. Продолжим уже в следующей. Вот этот сектор мы зачистили. В следующей серии, наверное, пойдем уже по заданию. И оно, насколько я помню, будет жестким. Поэтому, чтобы не пропустить, обязательно подпишитесь на канал, если не подписаны. Ставьте большой палец вверх, комментируйте, бейте в колокол. Увидимся в новой серии. Пока!